историка учишься. Спасибо.
Сейчас меня еще найдет один.
кто? Thank you.
Защитник, да? Нет, не правозащитник. Нет. Просто как коренной житель города Ленинграда. Получилось в одной школе с медведем. А вот так, как 28 лет. Как так случилось, что вот у него что-то переклинилось? С совестью. Это в школе. Вот, может, от учителя. Слышите, там вот так. Нет, учителя у нас отличные были. И та девушка, которая его рекламировала на пост президента,
Григорьева. Учительница? Да. Она и не знала, что нет, такое. Она великолепная женщина. Ну, очень хороший педагог. Вроде бы все в одной стране живем. А почему-то они себя считают особенными. А вот считают особенными. Так получилось, переклинило. Вы, кстати, не забывайте его одну речь, когда он сказал, что ему папа с кремлевских елок привозил подарки. И ну, у нас однозначно прослеживается связь. Номенклатура одна поменялась на детей, на все так. Не-не-не, ну почему? Какой же комплекс? Вам привозили подарки с кремлевских елок? Трем там уже побольше. Ну, тысяча, да? Нет, тысяча вряд ли. Лучше там... надо сделать. Пошел пить кофе там, а потому что нет организации, и все расплываются, они сами бегают, и зачем? Надо было сделать сцену, дать людям высказаться, все бы... Они не дают людям высказаться, это, конечно, неправильно с любовью. И это все равно правильно. Не понимаю. Потому что вот он не санкционирован, да, получается? Существует это для них. Это, как бы вам сказать, ну хорошо, сейчас они могут на конфедерацию сослаться, еще на что-то, но это не серьезно. Чем они матчи конфедерации? Нет, Лиги России. Но нет, это, конечно, маразм перчатки. Жалко вот этих вот срочников, которые потом перевернутся в эту жизнь и тоже будут, как говорится, получать от нее пилюли по полной. Праздник. Действительно, говорю, что вы молодежь гоняете, говорю, не стыдно. Да ну парень вообще чуть под машину не попал. Да жесть. Да жесть, говорю, вот хожу, стыжу, пихаю по мере возможности, а что делать? Вы правозащитник, да? Нет, не правозащитник. Юрист? Нет. Просто как бы коренной житель города Ленинграда. Училась в одной школе с Медведевым. А вот расскажите, 28 лет. Как так случилось, что вот у него что-то переклинилось? В школе. Вот, может, у нас учителя. Слушайте, там вот так. Нет, учителя у нас отличные были. И та девушка, которая его рекламировала на пост президента, вот, Григорьева. Учительница. Да. Она и не знала, что нет, так было. Она очень хороший педагог. Вроде бы все в одной стране живем. А почему-то они себя считают особенными. Вот считают особенными. Как получилось, переклинило. Вы, кстати, не забывайте его одну речь, когда он сказал, что ему папа с кремлевских елок привозил подарки. И ну, у нас однозначно прослеживается связь. Детский комплекс. Номенклатура одна поменялась. Детский комплекс. На детей, на все остальное. Не-не-не, ну почему? Какой же комплекс? Вам привозили подарки с кремлевских елок? Не-нет. Много народу повязали? Слушайте, я пока сюда еще даже не выдвигалась, уже человек 100 было. Да, это к двум, да? Плен третьего где-то. Вот. Трем там уже побольше. Ну, тысяча, да? Нет, тысяча вряд ли. Ну, это надо сделать план. 26-го. Нет, вряд ли. Я не думаю. А зачем злить людей? Зачем? Нет, сейчас не было. Сказали посыпать. Главное, этого бардака бы не было. Потому что люди не знают, что делать. Сколько это? 10 часов максимум, да? Ну, шел домой.
такого понятия не функционирует местный счет. Ну, это да. Конфедерацию сослаться, еще на что-то, но... Это несерьезно. Не слабыми, чем они матчи конфедерации. Да нет, ближе России. Но нет, это, конечно, маразм чаще. Жалко вот этих вот срочников, которые потом вернутся в эту жизнь, и тоже будут получать от нее перерывы. А что одуматься-то? Они отслужили почти... Ну а потом вам дадут должность, должность надо будет отрабатывать, для этого надо контракт. Звездочки надо будет отрабатывать. Слушайте, им столько не платят, чтобы вот такое вот выслушивание рассматривать. Ну тем-то платят. Тем, кто повыше, да, платят. Там, и космонавтам между... платят. Ну, слушайте, зарплаты там не настолько высокие. Зарплаты там не настолько высокие, чтобы вот так вот себя вести. Это просто там находятся люди, которые очень не весят и отрабатывают. Вот тут выключите камеры, выключайте, у нас так плохо, странно, не пошли обременить, поэтому... Вот это тут выключите камеры, выключайте, у нас так пол страны не может себя применить, поэтому...